Здравствуйте, меня зовут Николай Команцев. Меня Юрий Прокопенко. Мы поможем вам увидеть в сложном простое, в многочисленном полезное. Сегодня вы узнаете, что такое живые йогуртовые культуры. И увидите лично, как создается самая лучшая и, главное, самая безопасная школьная форма. Смотрите, изучайте и узнавайте больше о том, что делает нашу жизнь комфортнее. Йогурт относится к числу очень древних молочных продуктов, полезных для здоровья. Ему уже более 1000 лет, и о нем ходит множество легенд. Слово «йогурт» происходит от турецкого глагола «йогурмак», в переводе «замешивать» или «формировать». Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад. Вопрос, который нас привел сюда. Расскажите, как делается самый вкусный в мире йогурт «Актилайт»? Ну, это наш новый продукт. Мы его создали для людей, которые придерживаются здорового образа жизни, которые следят за своим питанием. Для производства йогуртов используется только качественное натуральное сырье. Его отбирают по нескольким параметрам – по плотности, по содержанию белка и по составу жира. Вот мы находимся перед установкой, которая вот проходит обработку, нормализованная смесь на йогурты. Здесь происходит очистка, гомогенизация молока, пастеризация молока, охлаждение до температуры сквашивания. Это космический корабль. Следующий этап производства – внесение в подготовленную основу для йогурта закваски. И вот для йогуртов «Актилайт» используется специальная закваска, которая здесь находится, молочнокислые микроорганизмы, плюс еще болгарская палочка. Какая палочка? Болгарская. Это очень полезная, нет. А закваска добавляется именно сюда. Давайте посмотрим. Слушайте, как... Это специальный резервуар, снабженный с мешалкой. Вон они, вон йогурт. После добавления закваски начинается процесс ферментации. Он длится 4-6 часов. После достижения необходимой кислотности, за этим строго следят специалисты в лаборатории, готовый йогурт охлаждает, и он поступает на расфасовку. Мы расфасовываем различную упаковку. Есть небольшая упаковка. Можно посмотреть? Вы видите, да. Так, это здесь? 140 грамм. Есть еще упаковка, которая чуть больше, 250 грамм. Это тоже йогурт «Актилайт», но это наша любимая упаковка. Это та, что безопасна для природы. Да, я сама очень люблю эту упаковку, потому что, во-первых, она сама настолько натуральная, во-вторых, она еще символизирует бабушкину крынку. Красиво, мощно, но мне очень непонятно. Вот этот синий цвет, он что обозначает? Это бактерицидная лампа, которая обрабатывает каждую упаковку перед тем, как йогуртная основа нальется в каждый стаканчик. И это гарант качества? Да, это один из гарантов качества этого вида продукта. Теперь йогурт готов отправиться на полки магазинов, но прежде партия проходит многоступенчатый контроль качества. Сейчас мы уже видим проведение анализов. Определяется кислотность, определяется, если выделяется жир, вязкость продукта, содержание сахара. Процесс производства маложирного питьевого йогурта сложен и многообразен. Благодаря качественному сырью, технологии производства и современному оборудованию, за 22 часа создается продукт, который благодаря своим свойствам является для нашего организма источником белка, микроэлементов и витаминов. Я буду таким же сильным, как папа. Мама, я буду как ты, красивая и стройная. О здоровье нашей семьи позаботится наш йогурт «Актилайт». Очень вкусно! А сейчас мы вас приглашаем на модный показ, но показ не совсем обычный. Мы будем смотреть новую коллекцию школьной одежды. Made in Бобруйск – это предприятие «Славянка». Усаживайтесь поудобнее. Если кто не знаком, знакомьтесь. Это директор открытого акционерного общества «Славянка» Тимурас Буачоришвили. Здравствуйте, Тимурас Николаевич. Здравствуйте. Будем смотреть вместе.
интересный дизайн. Какая модель? Мягкая световая гамма. Вы знаете, но самое главное богатство в Беларуси – это дети. Посмотрите, как они держатся, какая у них уже порода, можно сказать. Настоящие такие, да, модели. Ну и одежда ведь какая, да, хорошая. Стараетесь? Да, стараемся и можем посмотреть, как это производится. Ну, давайте, было бы любопытно. Тимур Николаевич, я знаю, что вы не очень любите слово «школьная форма». Вы знаете, мы уже далеки от производства школьной формы. У нас костюмы делового стиля. Потому что форменная одежда – это однообразная, одного цвета, один фасон. А здесь десятки моделей, различные ткани. Я слышал о том, что вы на Славянке шьете уникальные школьные костюмы. Чем докажете? Мы всегда заботились о здоровье детей. Специальные карманы, в которых блокируется излучение сотового телефона. Они есть здесь вот среди? Да, да, вот давайте, видите, посмотрим. Вот стопка после утюжки. Это вот этот карман для мобильного телефона? Да, вот здесь вот специальный значок. Это какая-то специальная ткань? Это специальная ткань, металлизированная, которая экранирует излучение сотового телефона. В этом году новая фишка. Это то, что в мировой практике впервые. То есть это аналогов нет, да, в мире, вот, да? Вот смотрите, в костюме специальный пластиковый термометр, который показывает температуру внутри костюма. Вот в данный момент вот показывает 28 градусов. Ребенок пришел, пиджак снял, и можно увидеть, какая у него температура. Если она нормальная, 36 будет показывать. В то же время, если ребенок шел расстегнутый или пиджак на спине, тогда будет показывать температуру окружающей среды. То есть можно проследить. А, ты, значит... Сынуля, да, не расстегивайся. Не расстегивайся. Это абсолютно безопасная вещь, пластиковый термометр. Сделан с помощью нанотехнологий. Больше половины успеха предприятия зависит от коллектива. Как у вас швеи, мастерство? У нас, что скажете? Похвалитесь. Высокопрофессиональный коллектив. От качества выполнения этой операции зависит, как костюмчик будет сидеть. Если что-то не так, то рукава будет выворачивать или так. Понимаете? Здесь только большой опыт, интуиция. Все ткани проходят гигиеническую регистрацию и исследования. По трем параметрам. Воздухопроницаемость, устойчивость окраски и гигроскопичность. Наш покупатель должен быть уверен, что продукция полностью безопасна для эксплуатации детьми. Мне очень удобно, он такой классный, очень удобный. И мне кажется, что у меня самый классный костюм будет в школе и в классе. Костюмы Славянки просто класс! Знай наши! Не забывайте, узнавать новое – это значит жить интересно. Телепроект «Знай наши» – мы готовы помочь вам не скучать.